УАЗ-2110 моего автомобиля 1997 года выпуска. Я решил сделать этот тест-драйв приложением к обзору, так что это своего рода бонус. Не забываем пристегиваться. Хотелось бы отметить сразу управляемость автомобиля, так как старые диски у меня стояли 13 дюймов, то есть стандартные штампованные заводские диски. С этими дисками управляемость заметно улучшилась, и автомобиль совсем по-другому ведет себя на дороге. Это у нас парк Прибрежный, территория парка Прибрежный. Вот такая очередь стоит в автомойку. Я вчера, если честно, тоже отстоял практически 2 часа, но все-таки после 2,5 часов ожидания я попал на автомойку и хорошенько помылся. Сейчас я покажу наш город. Город Набережные Челны, Республика Татарстан. Вот сюда тоже, пожалуйста, видите, в автомойку. Тоже вот такая приблизительная очередь. Довольно продолжительно придется стоять.
этом тест-драйв моего автомобиля ВАЗ-2110 1997 года выпуска завершен. Этот тест-драйв будет приложением к видеообзору моего автомобиля. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, берегите себя и до встречи в следующий раз.